представляю участников первого потока сегодняшнего дня наших соревнований, чемпионата России по тяжелой атлетике среди ветеранов возрастной группы 50-54 года. Саламатов Николай. Иванов Владимир. Город Владимир. Поздеев Владимир. Город Кирово-Чепецк. Перфильев Владимир. Город Электросталь. Немцов Николай. Новосибирск. Шавалиев Анзам. Нягай. Тюменская область. Харитонов Александр. Нижний Новгород. Павлов Геннадий. Город Чайковский, Пермский край. Рычев Александр, Владимир. Трудный Владимир, Балахна, Нижегородская область. Кулаков Владимир, Москва. Чулков Сергей, Калуга. Кирьянов Сергей, село Кошки, Самарская область. Светков Александр, Дубна, Московская область. Доронов Александр, Куровская, Московская область. Ким Михаил, Холмск, Сахалинская область. Макарцев Игорь, Котлов, Архангельская область. Поздеев Владимир, Глазов, Удмуртия. Багдасарян Рафаэл, Краснодар. Кончевский Яков, Ставрополь. Баяжинов Шагир, поселок Нижнеартельский, Тюменская область. Шанин Николай, Павлова, Нижегородская область. Каляев Александр, Самара. Участники представлены. Судья включает оповестит по следам в зал для разминки. На помосте Рычев Александр, первый подход, 55 килограммов. Вес насчитан. Ассистент установил на штангу вес 60 килограммов. А Рычев Александр на второй подход заказывает 60 килограммов. Установлен вес 60 килограммов. И первым к этому весу будет вызван Кирьянов Сергей. Первый подход. Саламатов Николай готовится. Кирьянов Сергей вызван, Саламатов готовится.
Quería 30 segundos. У спортсмена остается очень мало времени для выполнения зачетного подхода. Просьба спортсменов быть повнимательнее. Спортсмен успел выполнить подход и заказывает на второй подход 65 килограммов. Саламатов Николай, готовится Рычев Александр. На помост вызвал Саламатов Николай. Уважаемым ветеранам напоминаем, что времена, когда давалось 2 минуты на подход, прошли. Сейчас дается 1 минута на выполнение подхода. Он является победителем уже в своей весовой категории и сейчас показывает, улучшает свой личный результат. Рычев Александр готовится. Спортсмен имеет еще один подход. Рычев Александр. Саламатов готовится. Рычев Александр вызван. Николай Саламатов готовится. Александр Рычев, представитель города Владимира, выполняет свой второй подход. Выступает в весовой категории до 77 килограммов. Великолепно использует второй подход Александр Рычев и заказывает для третьего подхода 63 килограмма. Саламатов Николай заканчивает свое выступление в рывке, а на 63 готовится Рычев. Николай Саламатов, победитель наших соревнований в рывке весовой категории 56 килограммов, заканчивает свое выступление, третий подход. На 63 килограмма готовится Александр Рычев. Подъем защита закончил рывок с результатом 60 килограмм. Ассистенты 63 килограмма на штангу. К этому весу свой третий подход делает Александр Рычев. На вес 65 килограммов готовится Владимир Кулаков, Москва. Вес установлен. Рычев Александр. Третий подход. Кирьянов Сергей готовится после Кулакова Владимира.
сожалению, подъем не удался, закончил рывок с результатом 60 кг. Ассистент установил на старту 65 кг. Первым к этому весу выйдет кулаком владелец Кирьянов Сергей, готовится. Вес установлен. Кулаком Владимира. Первый подход. Кирьянов Сергей готовится. Кирьянов Сергей, а кулаком Владимир для второго подхода заказывает 70 кг. Кирьянов Сергей вызван, а на вес 70 кг готовится Поздеев Владимир. Сергей Кирьянов. Спортсмен 1955 года рождения, выступает в весовой категории 69 кг. Второй подход. Справляется весом спортсмен и заказывает на третий подход также 70 кг. Ассистенту установить 70 кг со стартом. Первым к этому весу подойдет Поздеев Владимир. Город Кирова, Чепец. Готовится Труднев Владимир, представитель Нижегородской области. Вес установлен. Поздеев Владимир. Труднев готовится. Владимир Поздеев. К сожалению, подъем неудачен. Труднев Владимир. Готовится Кулаков Владимир. Вызван Труднев, Кулаков готовится. Владимир Труднев. Представитель города Балахна, Нижегородская область. Первый подход. Владимир Кулаков готовится. Уверенно справляется с весом спортсмен и заказывает на второй подход 80 кг. Кулаков Владимир. Второй подход. Поздеев Владимир готовится. Выбрал Владимир Кулаков. Владимир Поздеев готовится для второго подхода. Владимир Кулаков, Москва, второй подход. Защита.
Пациент заказывает 73 килограмма для третьего подхода. А на помост вызывается Пастеев Владимир для второго подхода. Кирьянов Сергей готовится. Владимир Пастеев исправляет ошибку. Подъем дальше. И спортсмен заказывает 73 килограмма. Кирьянов Сергей. Последний спортсмен на вес 70 килограммов. А на вес 73 готовится кулаком. Заканчивает свое выступление в рывке Кирьянов Сергей. 70 килограммов. Великолепно использует все три подхода и заканчивает рывок с результатом 70 килограммов. Ассистент установит 73 килограмма. Первым к этому весу подойдет Кулаков Владимир. Пастеев Владимир готовится. Так, поправка 71 килограмм на штангу. Иванов Владимир перезаявил на 71 килограмм. Ассистенты 71 на штангу. Поступила перезаявка от Иванова Владимира. 71 килограмм, Иванов Владимир. А Владимир Кулаков готовится на 73 килограмма. Иванов Владимир. Первый подход. Ассистенту установить 73 килограмма, а Иванов Владимир для второго подхода заказывает 75 килограмм. Устанавливается вес 73 килограмма. Свой третий подход выполняет представитель города Москвы Кулаков Владимир. Пастеев Владимир готовится. Два предыдущих подхода у Владимира Кулакова были успешными. И третий подход 73 килограмма. Вес не насчитан. Закончил рывок с результатом 70 килограммов. Пастеев Владимир, третий подход. А на вес 75 килограммов готовится Перфильев Владимир. Заканчивает свое выступление мастер спорта из Кирово-Чепецка Пастеев Владимир, третий подход. На вес 75 готовится Перфильев. Уверенно справляется с весом. Заканчивает рывок с результатом 73 килограмма. Ассистенты 75 осталось.
Я рамкетному весу подаю представитель города Электростар Верхилий Владимир. Готовится Павел Геннадий, город Чайковский. Верхилий Владимир будет вызван. Первый, Павел Геннадий второй, и Иванов Владимир третий подает весу 75 килограмм. У них начинается уголовная борьба в категории до 62 килограмма. Между Фадеевым и Ивановым. Вес второй, Верхилий Владимир. Павел Геннадий готовится. Вес защита. Павел Геннадий. Опять Филипп Владимир на второй поход заказывает 70. Павел Геннадий. Готовится Иванов Владимир. Вступает в борьбу мастер спорта города Чайковский. Пермского края. Павел Геннадий. Первый подход. Иванов готовится. Уверенно вступает в борьбу Павел Геннадий. Для второго подхода заказывает 80 килограмм. Иванов Владимир, второй подход. Владимир Иванов. Если он выберет этот вес, он становится лидером в этой категории за 52 килограмма. На вес 78 готовится Верхилий Владимир. Новый лидер Верхилий в этой категории 62 килограмма. Для третьего подхода заказывает 77 килограмма. Ассистент установил 77 килограммов. К этому весу будет выбран Иванов Владимир. На 78 готовится Перфирий. 77 для Иванова Владимира. Вес установлен. Владимир Иванов. Перфирий готовится. Пока Владимир Иванов на 2 килограмма опережает своего соперника Фадеева. Между ними намечается очень упорная борьба за титул чемпиона страны весовой категории 62 килограмма. Третий подход Владимира Иванова. Упрочите свое положение.
Лидер нашей соревнования в Уфе Владимир Иванов. Третий подход 77 килограмм. Перфильм готовится на 78. К сожалению, подъем неудачен, закончил 75. Ассистенты 78 килограммов по стандарту. К этому весу второй подход сделает Владимир Перфильев, представитель города Электросталь, Московской области. На вес 80 килограммов готовится Шамалей Панзар. Владимир Перфильев выполняет свой второй подход. Шамалей Панзар готовится. Вес последнего защита. Для третьего подхода Владимир Петрилев заказывает 81 килограмм. Ассистенту установить 80 килограммов на штангу. С этого места ритор перезаявляет на 90 на селестной стоянке. Установлен вес 80 килограммов. Сразу три спортсмена вступают в борьбу с этого веса. Первый будет выбран Шамалей Панзар. Готовится Чулков Сергей, за ним Ким Михаил. Вызван мастер спорта из города Нягань, Тюменской области, Шамалей Панзар. Чулков Сергей готовится. Мастер спорта Шамалей Панзар. Первый подход. 30 секунд. Великолепно вступает на Панзар Шамалеев. На помощь вызывается Чулков Сергей. Абзар Шамалеев на второй подход заказывает 85 килограммов. Мастер спорта из города Калуга Сергей Чулков. Первый подход. Один из самых знаменитых наших ветеранов. Вот уже многие годы выступает он на всероссийских и международных помостах и показывает завидное мастерство. Сергей Чулков. Ким Михаил готовится. Великолепно вступает в борьбу Сергей Чулков. Ким Михаил, а Сергей Чулков для второго подхода заказывает 85 килограммов. Ким Михаил приехал из далекого Холмска, Сахалинской области. Города, где для нашей страны был подготовлен чемпион мира Анатолий Козлов, представитель славной Холмской школы. Первый подход. Трудник готовится. Держать.
успешно вступает в борьбу и заявляет 85 килограммов. Владимир Трутнев, второй подход, готовится Павел Геннадий. Трутнев Владимир на помосте, Павел Геннадий готовится. Успешно выполняет второй подход спортсмен, заказывает для третьего подхода, а третьего подхода спортсмен отказывается и заканчивает рывок с результатом 80 килограммов. Павел Геннадий. А на вес 81 килограмм готовится терпением. Павел Геннадий, второй подход. Отлично выполняет мастер спорта из города Чайковского. Заказывает для третьего подхода 85 килограммов. Ассистенты 81 килограмм установить на штангу. К этому весу свой третий подход сделает Перфилий Владимир. Город Электросталь, Московская область. На вес 85 готовится Шавалеев Абзам. Заканчивает свое выступление Владимир Перфильев. Два предыдущих подхода были успешны. Закончил 78 килограмм. Ассистенту установить на штангу 85 килограммов. Первым к этому месту подойдет Шавалеев Фанзат, Данил Шелков Сергей и Кир Михаил. Абзац Шавалеев, мастер спорта, представитель Тюменской области, город Дзюдо. Готовится Чулков Сергей. Подъем неудача. Шелков Сергей. Готовится Ким Михаил. Мастер спорта из Калуги. Шелков.
85 килограммов. Очень ровный состав спортсменов в этой весовой категории. Идет упорная борьба. Ким Михаил готовится. Спортсмен имеет еще один подход. Ким Михаил выполняет свой второй подход. Павел Геннадий готовится. Мастер спорта из города Холмска. Геннадий Павлов готовится выполнить третий подход. Подъем неудачен. Спортсмен также имеет третий зачетный подход. Павлов Геннадий. Готовится Шевалей Базар. Заканчивает свое выступление Геннадий Павлов. Шевалей Базар готовится. Подъем неудачен, закончил 80 килограммов. Шавалеев Андрей вызывается для выполнения третьего подхода. Чулков Сергей готовится. Заканчивает выступление в рывке Шавалеев Азар. Третий подход, 85 килограммов. Чулков Сергей готовится. Сергей Чулков, мастер спорта и экологии. Ким Михаил готовится. Третий подход Чулкова Сергею. Упорнейшая, как бы, в этой весовой категории между спортсменами. Ближе был спортсмен к успеху, но, к сожалению, вес не поддался, закончил 80 килограммов. Ким Михаил, третий подход. Thank you.
Все в концу далекой России прибыли спортсмены. Верхзащита закончил рывок с результатом 85 килограммов. Ассистенту установить на старту 90 килограммов. Центром веса начинает борьбу представители весовой категории 69 килограммов Немцов Николай и Харитонов Александр. Внимание! Спортсмены вчерашних соревнований, которые по техническим причинам не смогли получить на награды, с просьбой подойти к президенту Федерации Никифорову Льву Константиновичу. Немцов Николай, первый Москва. Подъем неудачи. Врача, врач, бегите! Врачи, чувствуйте! К сожалению, в нашем тяжелом виде спорта случаются и такие травмы. В этот раз она постигла представителя города Новосибирска Немцова Николая. Надеемся, травма будет несерьезной, и спортсмен в ближайшее время вновь приступит к тренировкам. Харитонов Александр, мастер спорта из Нижнего Новгорода. Также вступает в борьбу с веса 90 килограммов. Что сделать надо? Ну, спортсмены, пожалуйста, определитесь. Установить на штангу 92 килограмма для Харитонова Александра. Харитонов Александр для второго подхода заказывает 97 килограммов. Ассистент оставит 90 килограммов. Немцов Николай выразил желание еще раз попытаться покорить 90 килограммов, второй поток. Thank you.
Ассистент установил 97 килограммов. Александр Политонов, мастер спорта из Нижнего Новгорода, попросил установить новый рекорд нашей страны в этой весовой категории для спортсменов 50-54 года. 97 килограммов. Новый рекорд страны. Внимание, Александр Политонов.
очень важный подход спортсмена. Если он успешно фиксирует, становится чемпионом страны. Вес защита определился первый победитель нашего соревнования весовой категории 56 килограммов. Из отказывания второго подхода 70 килограммов. Ассистенты 70 килограммов на старту. А на вес 75 готовится рычаг на старту. Николай Соломатов вызывает себе второго подхода, чемпион России 2008 года, весовой категории 56 килограмм. Великолепно работает сегодня Николай Соломатов и доказывает для третьего подхода 75 килограммов. Ассистент установил 75 килограммов. Первым к этому месту подойдет Рыщик Александр. Николай Соломатов готовится. Александр Рыщик, представитель города Владимира. Первый подход. Николай Соломатов готовится. Вес установлен. Первый подход. Александр Рыщик. Отправляется светом спортсмен. Для второго подхода заказываем 83 килограмма. А Николай Соломатов вызывается для завершения соревнований в рамке чемпиона России 2008 года. Представитель города Курманова. Первые два подхода в Сполске успешно использовал, но теперь попытается покорить вес 75 килограммов. Собственный вес спортсмена всего лишь 50 килограммов. 54 года спортсмена. И он демонстрирует великолепное мастерство. Наш новый чемпион страны. Закончил 75 килограммов. Первый чемпион сегодняшнего соревнований. Ассистент установил на самку 80 килограммов. Внимание! Желающие приобрести фото наших соревнований, обращайтесь к фотографу. Столик фотографа находится около бокового судьи. Пожалуйста, фото наших соревнований. Установлен вес
килограммов, Кулаков Владимир. Рысев Александр готовится на 83. Первый партнер. Следующая спортсмена заказывает 85. Ассистенты 83 килограмма на старту. К этому месту свой самый поход делает Рычев Александр. А на вес 85 готовится Кирьянов Сергей. 83 килограмма установлены для Рычева Александра. Второй подход. Рычев Александр. На 85 готовится Кирьянов. Время спортсмена 30 секунд. Ассистент установит 85 килограммов. Александр Рысев заказывает для третьего подхода 87 килограммов. Поправка 2 к 1 верхней защиты. Установлен вес 85 килограммов. Первым к нему подойдет Сергей Кирьянов. Готовится Владимир Кулаков. Сергей Кирьянов. Кулаков готовится. Вес защита. Для второго подхода заказывают 90 килограммов. Владимир Кулаков. Второй подход. На вес 87 готовится Рысев Александр. Уважаемый врач, просьба потише. Вес защита. 90 наказывает для третьего подхода. Ассистенты 87 установить на старту. Вес установлен Рычев Александр. Вес 83.
3 килограмма рыжего Александрова, 2 к 1 был не засчитан. Вот пошли на третьем подходе, заказал 87 килограммов. На вес 90 килограммов готовится Таргеев Владимир. Вес защита закончился результатом 87 килограммов. 90 ассистентов на штангу. Первым к этому весу подойдет Владимир Фардеев. За ним Трубин Владимир и Ким Михаил. Три спортсмена вступают в борьбу с этого веса. Вес установлен. Фардеев Владимир. Трубин готовится. Вес по смену защита. На второй подход заказывает 95 килограммов. Трудник Владимир. Готовится Ким Михаил. На помосте Владимир Трудник. Ким Михаил готовится. Управляется с весом. Ким Михаил. Готовится Кулаков Владимир. Михаил Ким, первый подход. Кулаков Владимир готовится. Михаил Ким готовится, Сергей Кирьянов. У него второй подход и Кулаков третий. Уверенно вступает Михаил Ким. Для второго подхода заказываем 95 килограмм. Кирьянов Сергей. Кулаков готовится. Внимание, судьи второго потока собраться в комнате взвешивания. На помощь.
Бабкин Сергей Кирьянов. Сергей Чугов, для первого похода перезаявляет 105 килограммов. Упорная борьба идет в весовой категории 77 килограммов. Ну понятно. Это менюшки, да? Ну я сейчас кого-нибудь сюда и сам. Отлично управляет всем вторым походом Сергей Кирьянов. Для третьего похода заказывает 100 килограммов. Очень сильная перезарядка спортсмена. Кулаков Владимир. Последний спортсмен на вес 90 килограммов. За 91 готовится Иванов. Представитель города Москвы Кулаков Владимир заканчивает свое выступление. Третий поток, 90 килограмм. Иванов готовится. Вес, к сожалению, спортсмена 2 к 1 не защита. Закончил с результатом 85 килограммов. Ассистент установил 91 килограмм. К этому весу свой первый поход сделает представитель города Владимира Иванов Владимир. На 95 готовятся Шамалеев и Павлов. Иванов Владимир, 91 килограмм. Вес защита. Для второго подхода спортсмен заказывает 96 килограмм. По системе установить 95 килограмм. К этому весу свой первый подход делает Шаманин Пазар. Готовится Геннадий Павлов. Шаварей Пакса, первый подход. Павлов готовится. Хватит спорта Шаварей Пакса. Первый подход. Павлов Геннадий готовится. Подъем неудачен. Павлов Геннадий. Готовится Паркеев Владимир. Павлов Геннадий выиграл, Паркеев готовится.
Подъем, защита. Паскевич Владимир, Апалов Геннадий заказывает 105 килограмм. Паскевич Владимир, готовится Шамалей Фаржав. Шаварей Фанзам, Павлов готовится. Шаварей Фанзам выбор, Павлов готовится для третьего подхода. Для третьего подхода заказываем 100 килограмм. Шаварей, так, Авдеев Владимир. Авдеев Владимир заканчивает свое выступление, третий подход. На 96 килограммов готовится Иванов. К сожалению, вес не зафиксировал. Закончил 90 килограммов. 96 ассистента на штабе. Установлен вес 96 килограммов для Иванова Владимира. Иванов Владимир, второй подход. На вес 100 килограммов готовится Трутнев. Иванов Владимир. Правильно, первый спортсмен становится лидером наших соревнований в категории 62 килограмма. И от третьего подхода отказывается, закончится 96 килограммов. Ассистенты 100 килограммов на старту. Первым к этому веку подойдет Трутнев Владимир. И Михаил готовится.
Установлен вес. Тройку Владимир. Кем готовится? Кирьянов Сергей готовится. Подъем неудачен. Кирьянов Сергей заканчивает свое выступление. Последний в первом подходе поднял 85 килограмм, во втором 90, и для третьего заказал 100 килограмм. Сергей Кирьянов. Готовится Шавалей Фазан. Кирьянов Сергей, пока использовал успешно 5 подходов, и вот последний, 6-й подход, 100 килограмм. Подъем неудачно, закончил 95 килограммов. Ассистенты установили 105 килограммов на старту. Как вам 100? Поправка 100 килограммов, 100. Ким Михаил. Ким Михаил, средний подход. А на 105 готовится Чулков Сергей. Так, поправка. Чулков перепрямляет на 106 килограммов. Ким Михаил.
заканчивать свое выступление, а на 105 готовится к эфире. Началась тактическая борьба в весовой категории 77 килограммов. Подъемник на цель закончил 90 килограммов. Ассистент установит 105 килограммов. Первым к этому подойдет Перфильев. Готовится Павлов. Владимир Перфильев, первый подход. Павел готовится. Спортсмен справляется с весом. Заказывает для второго подхода Павел Геннадий. Павел Геннадий. Павел Геннадий на помосте. Трудня Владимир готовится. Трудня Владимир, а Геннадий Павлов для третьего подхода заказывает 107 килограммов. Трудня Владимир вызван. Закончился результатом 100 килограммов. Ассистент установит на штангу вес 106 килограммов. К этому весу свой первый подход сделает мастер спорта и экологии Шелков Сергей. Thank you.
Да? Да. Чисто попал. Сергей Чулков. Ассистент установит на ставку 107 килограммов, а Сергей Чулков затаживает 110. Установлен вес 107 килограммов. К этому весу будет третий подход делать Павлов Геннадий. Терфилев готовится на 108. Терфилев готовится на 108. Просьба спортсмена внимательно слушать информацию секретаря. Отправляется с весом спортсмен, заканчивает 107 килограммов. 108 ассистента на штату. К этому весу свой второй подход делает Перфильев, а на 110 готовится Харитонов Александр. Владимир Две значки на спортсмену. Для третьего подхода Терфилев заказывает.
111 килограммов. Установи 110 килограммов поставлю. Упорнейшая борьба между ним и Сергеем Кулковым идет в весовой категории 77 килограммов. У нас в борьбу не вступал рекордсмен страны категории 69 килограммов Александр Харитонов. Он вызывается для выполнения первого подхода. В случае успеха рекордсмен становится и чемпионом страны 2008 года. Сергей Чулков, который сейчас. Судя, 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 получается. Судя, 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 Великолепно, великолепно выполнение наш новый чемпион страны Александр Харитонов. И для второго похода заказываем 123 килограмма. А сейчас мы установим 110 килограммов для Сергея Чулкова. Если он толкает этот вес, перфилию надо поднимать 112. Чтобы набрать одинаковую сумму, Сергей. Упорнейшая борьба идет. Наш опытнейший и титулованный ветеран Сергей Чулков пытается сделать весомую заявку для победы в своей весовой категории. Надо, надо, Сергей. Ты что, узнал? Только если... Не обрывай. И держи, 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 держи. Вверх. Так, а через почту говорим сейчас, да? Перфилеву ничего не остается, как заказывать 112 килограммов. Если он поднимет этот вес, он набирает. Что, 190. Так же, как и Кулков Сергей. Но по весу он легче. Нет, не наложен. Там при получении. 112 ассистента на штат. Владимиру Перфилеву больше ничего не остается. Главное, чтобы диск пришел. 112. Владимир Перфилев. Я не знаю, где я слышал. Мы же не боксеры, потому что... 35, 307. Город Краснодар. 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 Улица Песчаная, 9. Песчаная, 2. Ответ видите по ходу спортсмена. Попытка стать чемпионом страны 2008 года. Ему, чтобы победить, надо также идти на 112. 112, Чулков Сергей. Если он поднимет вес, то становится чемпионом страны, так как Перфилев использовал все свои подходы. Сколько он здесь?
Сергей Чулков тяжелее своего соперника, поэтому ему надо поднять 112, сумме тогда у него будет 192. И первое место. Упорнейшая борьба ветеранов в весовой категории. 8 948 8 948 8 847 447 464 47 Не обрывай и толкай хорошо, не обрывай. Надо держать, держать, Сергей, держать. Вот он, новый чемпион России 2008 года. Очередная победа великолепного мастера Сергея Чулкова. Поздравляем его, молодец. Действительно была интересная, упорная борьба. А теперь ассистенты устанавливают 123 килограмма. Для рекордсмена и чемпиона страны весовой категории 69 килограмма Александра Харитонова. Все, записали, да? Тебя как зовут-то? Виталий меня зовут. Виталий. Так, телефон. Внимание! Перерыва между сессиями не будет. Буквально через несколько минут будет вызван спортсмен второго потока. К весу 70 килограммов. 123 килограмма. Внимание, зрители! На старте установлен новый рекорд. В России весовой категории 69 килограмм для этой возрастной группы. В случае успешного подхода родятся сразу два рекорда – Суби и Толчки. Судьи, повнимательнее будьте. 123 должно быть на старте. Решение жюри, спортсмену дается дополнительный подход зачетный. Пожелаю спортсмену успеха из-за маленькой технической накладки. Рекорд пока не состоялся. Александр Харитонов.
уверенно вступил в подход Макарцев. И для второго подхода заказываешь 75 килограммов, ассистент установить на штангу. Второй подход к этому месту сделает Макарцев. Макарцев Игорь, второй подход. В этой весовой категории у нас три участника. Макарцев Игорь обеспечивал себе в первом упражнении как минимум бронзовую медаль. Для третьего подхода заказываем 80, ассистенты 80 килограммов на штангу. Первым к этому весу подойдет Ковченко Яков. Боец Жилев Шаги готовится. Яков Ковченский, первый подход, БНЖ готовится. Мастер спорта из Ставрополя. Первый подход. Великолепную технику демонстрирует. Для второго подхода заказывает 85 килограммов. Боец Шагир. А Макарцев Игорь готовится. Боец Шагир вызван, Макарцев готовится. Мастер спорта, представитель Тюменской области, Боец Шагир. Выступает в весовой категории 105 килограммов. Между ними Ковченко Яков, идет борьба в этой весовой категории. Первый подход. Уверенно справляется с весом. Заказывает для второго подхода. Для второго подхода спортсмен 90 килограммов. Макарцев Игорь. Третий подход. В нашем протоколе поправки. Макарцев Игорь, третий подход. Подъем неудачи. Закончил с результатом 75 килограммов. Ассистент установил на штангу 85 килограммов. Первым к этому весу подойдет Каляев Александр. Ковченко готовится. Каляев Александр. Первый подход. Я как Ковченко готовится. Полторы-два. Мастер спорта из Самары Александр Каляев. Весовой категории 85 килограммов. Я вот сейчас у вас готовлю вообще вот эти все. Александр Каляев. У вас еще ничего не готово. Нет, да? 30 секунд. Тут год у вас есть, да? Так, 7-8 начали. Выше теле, как что-то говорили. Яков Ковченский готовится. Не хотелось бы сейчас, пожалуйста.
Качевский. Александр Коляев заказывает 90 килограммов. Качевский Яков, 85 килограммов. Подъем Качевского неудачный. Он же приглашается для выполнения третьего подхода. Третий подход Якова Качевского. На 90 готовится Александр Цветков. Представитель весовой категории 85 килограмма. За тот год, да? Вот, вы его сейчас запишите, остальные деньги будут выбирать. Качевский Яков. Между ним, Боевжиевым и Парфюмовым Владимиром идет борьба весовой категории 105 килограмм. В последний момент в эту категорию перешел мастер спорта из Гладова Пардеев Владимир. Подъем неудачен, закончил 80 килограммов. Ассистенту установить 90 килограммов. На погон приглашается мастер спорта международного класса, многократный чемпион и рекордсмен Советского Союза, сильнейший тяжеловес Советского Союза Александр Цветков, Дубна, Московская область. Первый подход. Между ними Александр Давыдовым. Начинается упорнейшая борьба весовой категории 85 килограмм. Великолепно вступает в борьбу Александр Давыдов. Цветков заказывает для второго подхода 94 килограмма. Александр Давыдов. Также представитель Московской области и также один из сильнейших тяжеловесов Советского Союза. Два друга из Московской области ведут борьбу за титул чемпиона страны 2008 года среди ветеранов. Для второго подхода заказывает 95 килограммов. Поздеев Владимир. Готовится под гостаря Рафаэл. Поздеев Владимир выбрал, под гостаря готовится. Если Владимир Владеев вырвет этот вес, он становится лидером весовой категории до 105 килограммов. И заказывает
100 килограмм. Пока заряд Рафаэл. Готовится боевые шаги. Благодаря Рафаэлу помощи, боевые готовятся. Перед вами победитель соревнований «Ветеран» весовой категории 94 килограмма Багдасарян Рафаэл. Первый подход вас становится чемпионом и доказывает 95 килограмма. Боец Жен Шаги. Готовится Каляев. Мастер спорта на Союзе Тюменской области Байджей Шагиев. Ему надо поднять этот вес, чтобы обеспечить себе в рывке второе место, чтобы обойти Якова Харчевского. Уверен, заказывает для третьего подхода 95 килограммов. Каляев Александр. Каляев Александр выполняет 42 подход на 290 килограммов. Александр Цветков готовится на 94. Орнищая борьба идет, категория 85 килограмм. Великолепно выполнено упражнение. 95 заказывает для третьего подхода. 94 ассистенты. К этому весу свой второй подход сделает мастер спорта международного класса Александр Цветков. Александр имеет еще один подход. Он бы приглашается для выполнения третьего подхода. На вес 95 килограмм готовится на вылет. Ассистент установил 95 килограмм. Александр Светлов по тактическим соображениям прибавляет 1 килограмм. А 95 килограмм первым будет покорять Александр Давыдов. Корнищая борьба идет при самой категории 85 килограмм. Как вес установлен, Александр Давыдов. Каждый подход очень важен. Не знаю.
на почту. А, ну, ну. Это было бы гарантированно. А ваш руководитель не пройдет еще? Вряд ли. Обещал, что приду еще. Александр Давыдов, народ Москвы. Мастер спорта, представитель Московской области. Хорошо. Хорошо. Один выиграл? Нет, чего взял. К сожалению, погиб также неудачный. Бактасарян Рафаэль. Победитель наших соревнований в рывке весовой категории 94 кг Бактасарян Рафаэль пытается укрепить свое положение 95 килограммов. Готовится боец прием. Великолепную технику демонстрирует спортсмен. И наказывает для второго, для третьего подхода. Отказывается? Спортсмен отказывается от третьего подхода. Заканчивает 95 килограммов. Занимает первое место. Байджиев Шакир. Байджиев перезаряжает на 97 килограммов. Идет тактическая борьба. Каляев Александр. Каляев Александр вызывается. Внимание, зрители. Представитель Самары Александр Каляев в случае успешного подъема становится лидером соревнований весовой категории 85 килограмма. Подъем неудачен, закончил с результатом 90 килограммов. Цветков Александр, третий подход. Давыдов Александр готовится. Каляев Александр обеспечил себе как минимум бронзовую медаль в первом упражнении. А вот за лидерство пока еще борьба в этой весовой категории не определилась. Оба спортсмена пытаются поднять 95 килограммов. Держать Саша! Молодец! Успешно фиксирует 95 килограмма и становится пока лидером. Чем ответит Александр Давыдов? Упорнейшая борьба идет. Но Александр Давыдов легче. В случае успешного выполнения он становится лидером в рывке. Александр Давыдов. А на 97 готовится бойцы. Очень важный подход спортсмена. Кто же из представителей Московской области станет чемпионом в рывке? Цветков или Давыдов? Внимание! Везда! Новый чемпион страны в первом упражнении Александр Давыдов. По собственному весу обошел Александра Цветкова. Ассистента 97 килограммов для боевого шага.
Большим шагом. Если он поднимет этот вес, он становится лидером весовой категории 105 килограммов. Девяносто семь килограммов. На что готовится Поздеев? Напоминаем участникам, перерыва между рывком и толчком не будет. Подъем неудачи. Спортсмен имеет еще один подход. Сложная борьба идет в категории 105 килограмм. Бойжеев шаги успешно использовал все три подхода. 80, 90, 97 килограммов покорил спортсмен. Владимиру Поздееву 100 килограммов пока не подгали. У него есть еще один подход. Сейчас Владимир Поздеев. Идет борьба за лидерство весовой категории 105 килограммов. Можешь со мной? Тут записано фамилия Павлова, да? За что это такое? Нет, это Павлов. Вот. За место меня вот будет брать вот. Хорошо, мне все равно. Владимир Владимирович все поставил на свои места, и он становится лидером весовой категории 105 килограммов. А ассистент установил 120 килограммов. Остался один спортсмен, мастер спорта из города Павлова, Петербургской области, Шарин Николаевич. Я заберу, да? Представитель абсолютной весовой категории, плюс 105 килограммов. Собственный вес спортсмена 128 килограммов. Первый подход богатыря весом 120 килограммов. Спортсмен выступает в гордом одиночестве. Так. Первый подход. Вот он, чемпион первого упражнения в абсолютной весовой категории. Заказывает для второго подхода. Ассистенты, установить на самый вес 135 килограммов. А спортсмены готовятся ко второму упражнению. На вес 90 килограммов первым будет вызван Игорь Матакса.
135 килограммов устанавливаются для Шальца Николая. Спортсмен 1956 года рождения. Вес установлен. Мастер спорта Шальц Николай. Напоминаю зрителям, что 135 килограммов в этой возрастной группе для атлетов абсолютной весовой категории является результатом высокого международного класса. Thank you.
сверхзащита. 105 килограммов заказывает для третьего подхода Игорь Макарта. Ассистент установит 105 килограммов. Военные шаги были заявлены на 110. Так, поправка. Качев и Яков. 102 килограмма. 120. Яков Качев начинает со 102 килограмма. А на 105 готовится Макарсов Игорь. Качевки Яков. Бронзовый призер на наших соревнованиях в первом упражнении. Яков Качевский. Вступает в борьбу со 102 килограммом. Макарсов Игорь готовится. Вес защита. Сколько заказывает вас мят для третьего подхода, для второго подхода? Установить 105 килограммов. Устанавливается для Игоря Макарцева. На 107 готовится Качевский. Вес установлен. Игорь Макарцев заканчивает свое выступление в толчке. 105 килограммов. Он обеспечил себе призовое место и вот пытается улучшить свой результат. К сожалению, победа неудача. Закончим 100 килограммов. 107 ассистентов на штангу. Финишировал первый наш участник. 107 килограммов. Качевский Яков. Второй подход. На 110 готовится Александр Цветков. Яков Качевский. Вес спортсмена защита. От третьего подхода спортсмен отказывается, закончил с результатом 107 килограммов. Ассистенты 110 на штангу. Финишировал второй наш участник данного потока. 187 килограммов даем Якову Качевскому как минимум бронзовую медаль в категории 105 килограммов. Вес установлен Александр Цветков. Серебряный призер наших соревнований в первом упражнении. Проиграл по собственному весу. Вступает в борьбу 110 килограммов. Мастер спорта международного класса. Один из сильнейших штангистов Советского Союза в прошлом. Первый подход.
уверенно вступает в строку Александр. Заказывает для второго подхода 116 килограмм. БМЖ Сергей. Первый подход. Этот вес ему дает как минимум серебряную медаль в случае успеха категории 105 килограммов. Погибает Джеев. На 115 готовится Багдасарян. В случае успеха сразу входит Яков Ткаченкова и становится лидером категории 105 килограмм. И заканчивает на втором подходе 120 килограммов. 115 ассистенты на штангу. 115 килограммов устанавливается для Рафаэла Багдасаряна. А на 116 готовится Александр Цветков. Вес установлен. Мастер спорта из города Краснодара Рафаэль Багдасарян. В случае успешного подхода он сразу же становится чемпионом страны весовой категории 94 килограмма. Дороги нахрен. Великолепную технику демонстрирует чемпион России 2008 года и заказывает до второго подхода 120 килограммов. Ассистенты 116 на штангу. Второй подход к этому весу сделает мастер спорта международного класса Александр Цветков. В этой весовой категории выступали в борьбу еще Александр Давыдов и Николаев Александр. Александр Светлов, многократный чемпион страны, победитель многих международных соревнований, ветеран, один из сильнейших ветеранов нашей страны. Второй подход. Когда сгонишь? Сейчас вот один приехал с Владивостока. Вот раньше раз был сейчас один друга. Вот твои ребята, кого стихи? Сабантуй. То есть сделаем перетягивание. Великолепное мастерство демонстрирует наш спортсмен. И для третьего подхода заказывает 120 килограммов. Ассистентом установили на штангу 120 килограмм. Первым к этому весу подойдет Давыдов Александр. Победитель наших соревнований в рывке весовой категории 85 килограммов. Готовится Поздеев и Каляев. Александр Давыдов, первый подход. Города Куровское, один из сильнейших прошлых спортсменов Советского Союза, победитель наших соревнований в Москве Александр Давыдов.
очень ответственный подход. В случае успеха он становится лидером своей весовой категории. Великолепно справляется с весом Александр и становится лидером. 125 килограммов заказывает для второго подхода. А к этому весу вызывается Владимир Фаднеев. Готовится Каляев Александр. Владимир Фаднеев. Важный подход спортсмена. В случае успеха он становится лидером весовой категории 105 килограммов и обходит бойцы его шаги. Лидер весовой категории 105 килограммов Фаднеев Владимир для второго подхода 125 килограммов заказывает. Каляев Александр. 120 килограммов. Сильного веса вступает в борьбу. Третий претендент на чемпионский титул весовой категории 85 килограммов. Он постарше своих соперников. 120 килограммов. Багдасарян на кого готовится. Поправка БНЖ еще не готовится. Уверенно вступает в этот партнер. Заказывает для второго подхода 125 килограммов. Бойцы в шаге. Багдасарян готовится. И доказывает для второго подхода 126 килограммов. Багдасарян РПР. Готовится Цветков Александр. Багдасарян вызван, Цветков готовится. Великолепно. И отказываясь от третьего подхода, заканчивается результатом 120 килограммов. Новый чемпион страны весовой категории 94 килограмма. Цветков Александр. Александр Цветков.
выполняем свой третий подход. На 125 готовится Александр Давыдов. Ассистенты установили 125 килограммов со старту. С этого места свои вторые подходы будут выполнять Александр Давыдов, Владимир Поздеев и Каляев Александр. Вес установлен Александр Давыдов. Пытается поднять этот вес, чтобы своего соперника Александра Каляева поставить в тяжелое положение в борьбе за первое место. Упорнейшая борьба идет в этой весовой категории. Результат высокого международного класса среди ветеранов показывает спортсмена. Великолепно используется второй пункт. Вызывается партнер Владимир, Александр Давыдов заказывает. Началась практическая борьба. Поздеев Владимир. Лидер наших соревнований весовой категории до 105 килограммов. Пытается упростить свое положение. Готовится Каляев Александр. Для третьего подхода заказывает 130 килограммов. Александр Каляев. 125 килограммов. Второй подход. Большие шаги перезаявляет на 129. Александр Каляев. Упорнейшая борьба идет за первое место весовой категории 85 килограммов. Между Александром Давыдовым и Александром Каляевым. Александр Светков уже закончил. Три Александра ведут борьбу в этой категории. И заказывает для третьего подхода 131 килограмм. Ассистенту установить на штангу 127 килограммов для Александра Давыдова. Александр Каляев пошел в ва-банк.
127 устанавливается для Александра Давыдова. На 129 готовится Борис Жиевский. Александр Давыдов. 127. Он самый легкий в этой весовой категории. И в случае успеха он фактически обеспечит себе первое место. Будет недосягаем. Александр Давыдов. Очень важный подход спортсмена. Александр Давыдов и Александр Каляев.
Александр Давыдов сделал все и догнал спортсмена на 133 килограмма. Уверенно вступает в ногу и заказывает на второго похода 165 килограммов. 160 килограммов ассистента. Тоже выступает в ранге чемпиона страны 2008 года категории свыше 105 килограммов. Вес установлен. Николай Шанин, мастер спорта из города Павлово, Нижегородская область, чемпион России 2008 года. Напомню зрителям, что Николай Шанин является чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом Олимпийских игр среди ветеранов и пополнил свою богатую коллекцию очередным титулом чемпиона страны. Итак, 160 килограммов, второй подход. Подъем неудачный. Спортсмен имеет третий подход. Николай Шанин приглашается для третьего подхода, а зрителям хочется напомнить, что Николай Николаевич Шанин не только богатырь и чемпион многих крупнейших соревнований, а также является кандидатом наук, руководитель большого предприятия и успешно совмещает спорт, труд, науку. Вот такие ветераны становятся чемпионами на наших соревнованиях. Пожелаем спортсмену успеха в третьем подходе. Спасибо.
Владимир, 190 килограмм.
В отчаянной борьбе ему не удалось стать чемпионом и в награду ему серебряная медаль. А на высшую ступень пьедестала почета приглашается один из руководителей нашей федерации, мастер спорта Советского Союза, великолепный спортсмен Сергей Чулков. За серебряную золотую медаль награждает спортсмена его тренер и президент нашей федерации. Много лет они работают во благо нашей федерации. Сергею желаем новых побед на помостах не только страны, но и всего мира. Великолепную борьбу мы демонстрируем ветеранам в этой категории. Весовая категория 85 килограмма. Бронзовая медаль у Александра Каляева 210 килограмма. Отчаяннейшую борьбу продемонстрировали спортсмены в этой категории. Три Александра бились до последнего подхода. И на высшую ступень пьедестала почета приглашается мастер спорта, сильнейший штангист Советского Союза Александр Давыда. Правильно, грамотно он спланировал свою борьбу и сумел отделить именитых и очень сильных соперников. Награду ему золотая медаль чемпиона страны 2008 года. Самая сильная борьба была в этой весовой категории. Великолепно выступили спортсмены. Категория 94 килограмма. Серебряную медаль получает Игорь Матарцев. 175 килограммов в сумме двоеборья. И чемпионом страны в этой категории стал Рафаэль Балтасарян. Краснодар. Мастер спорта Советского Союза. Золотую медаль из рук президента нашей федерации. Весовой категории 105 килограмм. Мы также стали свидетелями отчаянной борьбы. Борьба шла до последнего подхода. И здесь бронзовую медаль получает Кончевский Яков. 187 килограмма. А теперь на высшую ступень пьедестала почета приглашается флаг наших соревнований, один из самых знаменитых ветеранов нашей страны, Николай Николаевич Шанин, 295 килограмма. Столько побед на нашем благодаря и желаем ему дальнейших успехов от помощи страны и мира. Поздравляем благодаря победу. Thank you.